Наш сегодняшний гость – это один из самых интересных представителей медиа сферы в крымско-татарском народе. Да, всем известно, что радио «Мейдан» во многом обязано именно ей. Пример такого человека должен вдохновлять молодежь на активную жизненную позицию. Работали вообще даже не думая о том, в каких условиях. Да, это была небольшая комната, мы там сидели человек 6-8. Вот. По большому счету мы делали радио на коленках, у нас даже не было компьютеров. Но на это никто не обращал внимания, потому что все это было на очень таком большом подъеме эмоциональном. Я очень рада, что я побывала на этом мероприятии, и Надия Фемид для меня очень яркая личность и пример для подражания в первую очередь. Как внешне, так и ее успехи радуют нас и весь крымско-татарский народ. Кешне булем рәсмиләр безнең яшьләребез өчен дә бик файдалы ве кешне тешкил иткән инсаннарга бүген бер минидарлыгымны белдерәм. Шымды без белдек бер чөк инде радио хакында, Надия Фемид хакында да белдек ве кечектән дә бу мәйданның тарихын, атерны тарихын өйрәндек. Бек мераклы, әмдә бу бер чөк мераклы сөйләргә җавапларымызны да алдык.